Три человека получили осколочные ранения в результате атаки израильских дронов в столице Ливана. В ночь на воскресенье в южном пригороде Бейрута были замечены два беспилотника. Один из них упал возле медиацентра шиитского движения Хезболла, другой взорвался в воздухе. По версии ливанской стороны, летательный аппарат был заминирован. Премьер страны расценил произошедшее как посягательство на суверенитет Ливана и угрозу региональной стабильности. Комментировать инцидент израильские военные отказались. Известно, что за несколько часов до того они нанесли удары по объектам иранских сил и шиитских отрядов недалеко от Дамаска.